В центре Кирова произошло смертельное ДТП. На улице Производственного дома номер 8 31-летний водитель КамАЗа сбил пенсионера. По предварительным данным, 77-летний мужчина вышел на пешеходный переход на красный свет. В результате аварии пенсионер скончался. В результате происшествия мужчина-пешеход погиб. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия автомобильной аварии. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.